Привет, ребята! Сегодня с вами я, Лиза, и мы играем в Skyblock. И в этом ролике я сейчас на острове моего друга. И в этом ролике он поставил три сундука. Из этих трех сундуков есть разные предметы. И это уже второй раунд. Ну, не очень удачный, потому что мне дали только уголь. Я не встала на тот сундук. Там было похуже. Да уж. Так. Мне что дадут? Или... А, он сюда кладет новые вещи. Так, ждем. Так, на первом раунде у меня были золотые блоки, а на втором раунде 17 угля. Так, нам пока не очень везет. Ну, хотя бы в первом раунде я какие-то блоки получила. На своем острове я полно ресурсов оставила, чтобы у меня больше было места в инвентаре. Так, он что-то намерен. Раунд 3. Так, ладно, раунд 3. И мы не должны ошибиться. Так, выбирай. Я вот этот выбираю. Вот этот. Так. Я вот этот. Вот. Давай мне. Что там? Говори. Ты чё, меня сюда... Ты чё, издеваешься? А ты что, ты думаешь, что я дурочка, что ли? Да? Ты думаешь, что я сюда полезу? Ты чё? Я сюда не полезу, нет. Ну ладно. Раз ты хочешь, ладно. Ради моего ролика. Встань. Ах ты! Ненавижу, Артём, ах ты, Артём, я тебя ненавижу. В общем, я умерла, понятно, ребята, я умерла. У меня неудачный сундук был, раунд 3 не очень какой-то был мне. Да закрывай ты блоками, закрывай, Артём, закрывай блоками, а то сейчас тут все. Лава, она будет. Кстати, а почему туда лава не идет? Вниз. Что-то странно. Так, ладно. Как я поняла, это третий раунд не очень был. Сейчас четвертый раунд начнется. Сейчас он только сюда вещи все положит. Так, ждем. Наверное, мы сейчас станем вот на этот сундук. Надеюсь, там будет что-нибудь хорошее. Надеюсь. Это я только надеюсь. Ну, может быть, там будет какая-то хрень. Может быть, выбер раунд четвертый. Выбирай. Я сразу сейчас вот... Вот это. Вот, все, я выбрала. Не. Так. О, ну, неужели сейчас что-то... Ты серьезно? Это что было в этом сундуке? А, погоди, подарок? Ой, спасибо, как мне приятно. Опен. А, у меня нету. Ладно. Ну, это мне еще повезло. А то... Ну, капец, лаву меня залить. Что-то... А, он туда еще один подарок кладет. Ну, в общем, наверное, мы сейчас по порядку будем вот так просто вставать на сундуки. Так. По порядку на сундуки будем вставать. Сейчас раунд 5. Давай, пиши раунд 5. Я выбрала. Я выбрала. Чё там? Не говори, что опять лава. Нет, лава? А, ты мне дал? 4, классно. 4 этих блока. Вообще класс. Железная руда. Класс. Спасибо. Мне очень приятно. Так. Там в первый. Были алмазные блоки. Погоди, вот тут были алмазные блоки. В общем, понятно, ребята, мне сегодня что-то не очень везет.
Надеюсь, мне на раунде 6 повезет. Надеюсь. Да вообще, блин, к черту эти раунды, я просто сейчас умру. Все. Да? Не, хотя я не буду умирать. Раунд 6. Все, я умираю, я умираю. Я не знаю, какой выбрать. О, господи. А я просто умру. Раунд 6, да, раунд 6. И я тону. Я тону. Спаси меня. Спаси меня, я тону. Я тону. Я тону, спаси меня. Ладно, ладно, раунд 6, так раунд 6. Ладно, я выбираю. Я выбираю вот этот. Ладно, надеюсь, там что-нибудь нормальное. Да ну, ребята, мне повезло впервые. Мне нормально повезло. Ладно, конечно, три блока, ну ладно. Классно. Алмазные блоки. Наконец-то у меня есть алмазные блоки. Ну, хотя они мне и на моем острове в сундуке есть. Ну, ладно. Так. Ждем, ждем, ждем. Так. Жалко, что тут сердечки. Я не могу просто так прыгнуть. А, я, знаете, сейчас у меня будет дроппер. Я просто вот такая, опа, ура, я победила. Ладно, раунд 7, да? Какой у тебя раунд? Раунд 7, да? Ладно, я выбираю вот этот. Вот этот. Что там, что там? Давай, давай, давай. Нет, ну серьезно, мне другое уже выпало, ну это уже хотя бы что-то. Ладно, серьезно, такая. Ребята, вы посмотрите, это. О, спасибо. Ребята, вы просто посмотрите, он мне по одному боку дает, просто. Нормально вообще, просто нормально. А это что? Что ты мне даешь? Что это? Светло-зеленый бетон. О, спасибо. Так, ребят, пусть он пока тут еще делает. Мы пока тут походим, посмотрим. Все. С днем рождения, так. Так, о, изумрудные блоки. А куда он их положил? Или он их никуда не клал? Ребята. Раунд 8. Уже раунд 8, ребята. Наверное, еще пару раундов, и мы будем заканчивать. Наверное. Вот, давай вот этот, вот этот. Тут, тут. Я правильно? Да, правильно. Скажи, правильно. Ты серьезно? Нет, ты серьезно? Это, ты издеваешься надо мной? Вот, ребят, вот. Вот вы просто посмотрите, семена картофеля вот в этом сундучке были, вот в этом были. Да нет, я на этот не вставала, нет, подожди, подожди. Я на этот не вставала, нет, я просто завстала. А, ты пока там, ну ладно. И просто посмотрите, ребята, вот это, хотя бы что-то везучее, но у меня только 1000 вот этих, ну ладно. Пофиг. Раунд 9. Выбираю вот этот. А хотя не, вот этот. Вот этот. Не, вот этот. Так, и что тут? Ты что тут? Погоди. Ребята, наконец-то у меня удача. Или нет? Или у меня неудача? Ну давай. Ура, ребята, мне. Один и. Ну, в общем, ребята, у меня что-то не густо. Так, 10, наверное, сейчас 10-й раунд будет. Еще пару раундов. И так бесконечно. Зачем он убрал лаву? Я хотел умереть. Кстати, ребята, если вы заметили, у него тут, кстати, это я. То есть это я, это он. Вот, скажите, похоже. Вот это, смотрите. Вот я.
И вот эта скульптура, кстати, красивая. Так. Ну, чего ты там? Раунд 10, последний. В общем, последний раунд. Мне надо выбрать нормальный сундук. Ты чё сюда? Нет, нет. Ну ладно, ладно. Если ты меня уговариваешь, то ладно, этот. Надеюсь, может быть, он мне подсказывает. Или нет. Вот. Или мне сейчас опять что-то невезучее будет. Чё это? Я что-то его не очень поняла. О, охренеть, ребята, вы это просто посмотрите. У меня 16 обсидиан. Охренеть. Охренеть просто, ребята. У меня уже нету в инвентаре места, просто еще три какие-нибудь вещи и все. В общем, ребята, у нас какая-то ошибка. Или что? Не ошибка какая-то. А, погодите-ка, ребята. А, я сюда пришла. Так. И, в общем, ребята, на этом надо заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и... Всем пока!